31 декабря 2020 года. Местное время 22 часа 30 минут. Наступает Новый год, и, конечно же, каждый житель нашей страны включает телевизор за праздничным столом, чтобы посмотреть «Голубой огонек», ведь этот телевизионный концерт уже стал неотъемлемой частью празднования Нового года. В этом году это будет очень необычное мероприятие, и артисты уже спешат к нам из разных эпох, чтобы показать, почему их музыка была популярна именно в это время. Как и полагается, все не прошло гладко, и у природы нет плохой погоды. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаем всего самого лучшего и чудесного. Так, где тут эта кнопка, чтобы эту радость включить? А, вот она. Включаю. Так, девочки, этот новогодний огонек будет незабываемым. Такого еще не было, чтобы на одной сцене собрались артисты из разных годов и эпох. Вот раньше музыка была, а какие песни! Я мог танцевать до утра и не уставать! Хватит этих воспоминаний. Давайте к делу. Что нам нужно сейчас сделать? Встретить наших суперзвезд и отвезти их на концертную площадку. Неплохо. Уважаемые пассажиры, прибывает рейс из 1950 года. Город Лос-Анджелес. Вот они. Первые уже на месте.
Построились и стоим красиво. Сделайте красивые лица. Аристарх Васильевич, здравствуйте. Я очень надеюсь, что мы не зря приехали в это захолустье. Уважаемые пассажиры, наш аэропорт имеет возможность только принимать рейсы. И для вашей безопасности все должны оставаться внутри. Потому что на улице сильный снегопад. Катастрофа! Это катастрофа! Все пропало! Что я людям говорить буду? Не будет никакого концерта! Я так и знала. Вообще не стоило сюда прилетать. Я что, зря прическу делала? А этот наряд не увидит весь мир? Это просто катастрофа. Я 2 дня на бегутях спала. Мне это снится. А вы не знаете, где комната для мегазвезд? А что же мы кушать будем? Ой, звезды прям! Они-то у вас хоть петь умеют? Ха! Вы еще спрашиваете. Ребятки, а ну покажите им класс. Прибывает рейс из 1976 года. Солнечная Калифорния. Ну и немного о погоде. Снежный покров достигает 1,5 метра. И в ближайшие сутки порывы ветра усилятся до 20 км/ч. Еще из самолета приметила, так захотелось танцевать и петь. Девочки, а что же мы стоим? Давайте зажжем! Девчонки, давайте с нами! Yeah.
Здравствуйте! Рады приветствовать вас в нашем снежном городе. А мы как рады! Безумно просто! Теперь Новый год придется здесь отмечать. Мы столько репетировали, чтобы показать высший пилотаж, как говорится. К сожалению, ничего поделать не могу. А могу предложить вам чай или кофе? Зачем нам ваш чай? Мы лучше распоемся. Когда-то же мы отсюда уедем. У нас концерт. Поехали. До вечера пою. Ре, мой голос как река. Ми, мелодию мою. Фа, фантазирую слегка. Соль, сольфеджио учу. Ля, я буду напевать. Си, сидеть не хочу. И стоять не хочу. А очень хочу танцевать. Дорогие пассажиры, прибывает рейс из 2013 года, город Гонолулу, Гавайи. Где мы? Что это? Почему нет папарацци? Где наша красная дорожка? А где лимузин? Где припаркован лимузин? Ребята, вы серьезно? Оглянитесь вокруг! Безысходность, снег горой и никого не выпускают. Давайте будем мыслить позитивно. Давайте будем хэппи. Because I'm happy, clap along if you.
бедные мои! На кукурузнике в такую вьюгу очень сложно путешествовать. Но вы же артисты, и вам все нипочем. Да, мы озорные. Творим, что хотим. Смеемся, поем. Делемся самим. О чем посылаем, о том говорим. Не ходим, а бегаем, словно летаем. Мы артисты, всегда непослушнее всех. Не видим преград, запретов, помех. Мы скачем по улям, и льдом хватаем снег. То смех, то сизинки текут из-под век. И откуда то берется на любом артисте солнце. И неведомо откуда. Надоели вам, но нам все равно. Ах да, о чем же я? Прогноз погоды. Снежная буря продолжается, а Новый год приближается. А еще у нас скидки на солнцезащитные очки. Пусть ваше настроение будет солнечным. Опять этот самолет пришлось толкать. Только хардкор, только рок! Вы только посмотрите, вокруг только одна попса. Обстановочка точно не по кайфу. Как же нам работать в этой обстановке? Одни расстройства. Это точно. Новый год в аэропорту. Подарков никаких. Концерта никакого. Какой ужас! Этот весь гламур меня просто угнетает. Давайте уже ракешек за базу. On one way ride, I cannot.
Сейчас принцессы прилетят, и все будут на месте. Что же мне с ними делать? Эта толпа артистов меня просто... Уважаемые пассажиры, прилетает последний рейс на сегодня. Целый самолет принцесс. С ума сойти можно. Девочки, наконец-то прилетели. Мне было так страшно. Я тоже боялась, что испортится прическа. Мы за королевские особы, нам нужны особые условия. И вообще, когда мы будем выступать? Это можно сделать прямо сейчас, потому что на улице ураган и никого не выпускают из аэропорта. Ну сейчас так сейчас. Похоже, я не выйду отсюда живым. Они меня просто так не отпустят. Что же мне делать? Уважаемые пассажиры, до Нового года остался один час. Вы уже придумали, как будете праздновать? Ах да, в нашем дьюти-фри скидки на солнцезащитный крем. Придумал! Друзья, а давайте устроим концерт прямо здесь. Скажем друг другу поздравления к Новому году, и получится у нас чудесный праздник. А что? Очень даже неплохая идея. Думаю, получится очень весело. И подход творческий, прям как я люблю. А самолет не нужно будет толкать? Нет, конечно. А, ну тогда можно. Так. Приглашаю всех за кулисы готовиться. Быстренько, быстренько! Вы видите? Все шрифки собрались на шоу-бизнес. Нам же нужно показать высший класс. И это факт. Только безупречный номер. Дух эти локи выступят лучше, чем мы. А лучшими должны быть мы. Ребята, а что мы петь будем? Предлагаю
нашу колонну, Лагусей. Давай, влубай. Всегда любил рок. Такой номер у них классный.
А еще у меня есть новость для вас. Вы поете одну и ту же песню. Ну что нам теперь делать? Ситуация сложилась непростая. Может, мы вместе выступим? Только не это. Эти особые королевские друзей нам не друзья. Не хотим мы с ним петь. И точка. Вы посмотрите, какие они. Ох, эти сельские зычьи. Ну сейчас так сейчас. Ребята, ссориться не выход. Может, хоть попробуем? А выхода у нас другого нет. Только петь вместе. Девочки, ну давайте. Будет очень интересный номер. А давай, включай. Интересно? Мне и самой интересно. Какие-то интриги, скандалы. И должны дарить людям радость. Yeah.
наконец-то пришло время для настоящих звезд! Сейчас мы покажем, как должны выступать настоящие артисты. Ребята, а вам не страшно? Нам уже ничего не страшно. Кажется, я забыла слова нашей песни. Я вообще все забыла. Всем сохранять спокойствие. Собрались. Диджей, включай. Маленькая вечеринка сейчас никому не повредит. Концерт уже начался? Ты что, не видишь? Конечно, начался. Он уже заканчивается. А я-то думаю, какой хороший сервис в этом аэропорте. О боже, как я с ними работаю столько лет. Ребята, вы в курсе, что мы сейчас выступаем? Вообще-то вы уже на сцене стоите. Дорогие зрители, извините, мы сейчас исправимся. This kid that I called Michelle Pfeiffer died gold. This one for them good girls, three masterpiece. Sally, Wally, living it up in the city. But just on we say loud, but I kiss myself so pretty. Too hot, hot damn. For the boys and the firemen. Too hot, hot damn. Make a dragon fun retirement. Too hot, hot damn. Say my name, you know who I am. Too hot, hot damn. Am I bad boy? That money break it down. Girls sing hallelujah. Ooh. Girls sing hallelujah. Give it to you. Seven, I win in the spot. Don't believe me, just watch.
пассажиры. Местное время 23 часа 50 минут. До Нового года осталось 10 минут. Еще раз поздравляем вас с наступающим Новым годом и желаем выбраться из этого аэропорта. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents. I don't need a Christmas tree. I just want to form my own. Дорогие друзья, Новый год – это время, когда случаются чудеса и сбываются мечты. Вот сбылась и моя. В одном месте мне удалось собрать самых талантливых артистов, и ничто не может помешать творчеству проявляться. Даже погода. А под Новый год – это особенно волшебно.
Ура!